Жизненный опыт всего лишь топливо для писателя. Чем больше страданий, тем лучше писатель. Так что не расстраивайтесь, Николай Васильевич. Все-то у вас впереди. Близ села Диканька начали находить тела убитых девушек. Рядом с местом преступления всегда видели какого-то всадника. Способности Николая Васильевича могут оказаться за пределами вашего понимания. У вашего Гоголя очень богатые фантазии. Гоголь. Начало. Ух ты.